Крепкая дружба, взаимовыручка отличают автогонщиков. Но это не мешает им на соревнованиях вести бескомпромиссную борьбу. Так было и на прошедшем в Перми первенстве России. Из многих городов страны приехали сюда болельщики. Но больше других были уверены в победе своих земляков болельщики из Ижевска. Ведь в соревнованиях принимал участие восьмикратный чемпион страны Владимир Гольцов. Выиграв несколько заездов, Владимир уверенно лидировал. Но малейшая ошибка, и эту гонку он заканчивает с нулевой оценкой. Однако запас у лидера был настолько большим, что он все же занял второе место. А золотую медаль и приз за победу увезли на этот раз гонщики из Тольятти.